Just like a star across my sky, just like an angel of the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same. Just like a song in my heart, just like oil on my hand. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do it all the time, blowing on my mind. You've got this look I can't describe. Heaven has been away too long. Can't find this word to write this song. Oh, your love. Still I wonder why it is I don't argue like this with anyone but you. We do. Блестяще, на мой взгляд. Да, жюри остановило эту песню, я даже знаю почему. Я бы хотел, с вашего позволения, обратиться к Игорю Матвенко. Он нас отвечает за направление фьюжн. Дело в том, что это очень хорошая певица. Я уже несколько раз ее видел. А вот. Вы с ней знакомы? Нет. Ну, с ее творчеством я имею в виду. Да, я с ее творчеством я знаком. Причем, почему-то я все время слышу именно эту песню. Но что касается именно вот такого исполнения, это все равно, что Шаде перепевать. Потому что там изначально ну, там так спето, что... Но она пела с трудом уже в последнее время. Да, да. Поэтому, конечно, хотелось бы услышать какую-то новую краску. Но вот новые краски пока... Мне кажется, немножко, возможно, тембры похожие, поэтому я там сделала какие-то немножко бэк-вокалы, но это классика, мне кажется, ее переделывать. Вы чрезвычайно талантливая певица, я уже сказал. Я благодарю вас, спасибо большое. Не вдавайтесь, все классно. Like a Star петь уже там пятый раз, уже как бы, ну, дорогие друзья, а что, жюри здесь ни при чем? Я должен сказать, я первый раз слышу эту девушку. Она на меня произвела очень хорошее впечатление. Очень... чисто, очень стильно. Она, мне кажется, сама просто плывет в этой музыке. Плывет, понимаете? Плывет, и я получил огромное удовольствие, несмотря на то, что я остановил эту песню, потому что, ну что слушать, если понятно, то все уже понятно. С трех нот. Да, все мне ясно, я за. Спасибо большое. Блестяще. Сергей, за. Спасибо. За. Коротко, за. Лаконично и понятно. Жанна. Я говорю «да». Ну и Уолтер, понятно, что... Ну, я так понимаю, я альбом бы купил, на концерт бы пошел, так что голосую «да». Да! Спасибо! Мы желаем вам удачи, увидимся в следующем туре на главной сцене. А спасибо! Можно? А можно? Да, Виктор, пожалуйста. Не уходи, я пользуюсь случаем. Я хочу сказать слова восхищения, я хочу сказать, что ты, мне кажется, из всех артистов, которые были, самый светлый и хороший человек. Я не знаю, какая ты на самом деле, может, ты играешь. Но я не просто бы, например, взял тебя в команду, а если встанет вопрос, я готов тебя купить, поменять, сделать все, что угодно, чтобы ты была у нас. Еще раз хочу сказать спасибо этому проекту, который показывает людям, что у нас есть такие замечательные, талантливые люди. Аплодисменты!